Психологическая служба Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева работает над сохранением психологического здоровья студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза. В рамках глобальной пандемии роль психологической службы значительно возросла. Наиболее подвержены стрессу в этот период руководители, от ректората до структурных подразделений. Несмотря на то, что студенты достаточно мобильные, в этот период они испытывают коммуникативный стресс, что отражается на психологическом здоровье. Сотрудники университета и преподаватели и еще одна целевая группа. Им пришлось учиться тому, с чем раньше они не были знакомы, что вызвало определенные трудности. Работают психологи и с ребятами, обучающимися по программе СЕРПЕН. Специалистами данной службы проведены 6 видов диагностики и более 500 психологических консультаций. Третья целевая группа, к сожалению, вот эта проблема, она не обошла и наш коллектив. Это люди, которые заболели и находятся в посттравматическом стрессовом расстройстве, коронавирусной инфекции или ковидоподобными пневмониями. И последняя группа, тоже, к сожалению, такие случаи у нас есть, это люди, которые, и семьи людей, которые погибли от коронавируса, которым необходима вот уже специализированная медико-психологическая помощь. И на сегодняшний момент те возможности, которые есть у психологической службы университета, они позволяют это сделать.